поступления в университет для любой семьи – это эпохальное событие, которое не бывает легким, которое не бывает забегом на 100-метровку. Это долгий-долгий путь, начиная с ясельного возраста, когда с теми мальчиками и девочками, которые появились в семье, которая хочет, чтобы у них было высшее образование, ими занимались с самого раннего детства, и потом они были лучшими в детских садиках, потом они стали лучшими в школах, потом они стали победителями олимпиад, потом они занимались параллельно спортивными мероприятиями, языками и художественными видами творчества. И вот, наконец, они стали лучшими в своих классах, и подошел там предзавершающий, завершающий год, и это стали вообще каторжные дни, когда надо было преодолеть все и подготовиться к этим испытаниям, пройти их достойно. И вот вы здесь. Поэтому я вас поздравляю. Я хочу сказать, что университет – это такая вот доменная печь, которая 125 лет настроена на то, чтобы превращать из школьников в блестящих лучших врачей. В нашей стране очень много и разъезжается по разным странам. Но на самом деле это огромное количество людей, которые поколение за поколением совершенствовали процесс, и, так сказать, как надо иметь какую базу для того, чтобы в этом направлении сжато, быстро, но качественно передать знания по этому направлению будущему врачу и положить свой кирпичик, фундамент его дальнейшего пожизненного образования. Понимаете? И вот это все настраивалось 125 лет для того, чтобы в какой-то момент передать это вам. Поэтому это все преподаватели, все врачи, все медсестры, вплоть до санитаров, вплоть до гардеробщиц. Все настроены на то, чтобы вам здесь было комфортно, чтобы вам здесь было уютно. Но я вам хочу сказать, будет невероятно трудно. Боритесь за то, чтобы вы всегда оставались в этом университете, чтобы у вас все получалось. Ну и напоследок скажу, что, выходя сегодня отсюда, поблагодарите своих родителей. Это общая победа. Поэтому с праздником вас! Университет сделан для вас. В университете есть несколько простых принципов. Первый принцип – это честность. Да? Мы должны быть честны по отношению друг к другу. Будьте честными по отношению к нам, мы честны по отношению к вам, будьте честными в отношении друзей. А второй момент – это открытость. У нас открытый университет, мы ничего от вас не утаиваем. У нас все процессы абсолютно прозрачны, это все прописано, объяснено, у нас есть все социальные сети по связи с вами. То есть, если что-то идет не так, то, пожалуйста, обращайтесь, мы всегда даем обратную связь. Взаимодействуйте с вашим преподавателем, взаимодействуйте с нами. Третий принцип – это справедливость. Ну, это большое достижение нашего вуза – право на справедливость. Это всегда право сильного. И мы всегда стараемся быть справедливы по отношению к вам, да, к тем, кто нам доверил своих детей, тем, кто нам доверил свое будущее. Поэтому я прекрасно понимаю, что право на справедливость – это одно из самых больших прав человека. Это, ну, чуть ниже там, выборного права. Да? Поэтому если в отношении вас есть какая-то несправедливость, ну, пожалуйста, взаимодействуйте с нами. И у нас огромная внеучебная жизнь. Конечно, на первом курсе вы ее будете видеть за окном курьерского поезда, когда она будет проноситься мимо вас, потому что у вас будет проноситься анатомия, биология, химия, гистология. Да, вот это наш на сегодняшний день паровоз. Но, тем не менее, да, есть моменты, которые вы будете осваивать обязательно. Это физическая культура, это, ну, понимание себя в общественной жизни. Ну, конечно, главное, ваше общественное устройство придет вам чуть попозже. То есть 125 лет назад впервые именно в нашем вузе женщины получили право на высшее медицинское образование.
В годы Великой Отечественной войны ни на один день не прекращал наш ВОС свою работу. То есть продолжалась учеба, защищали диссертации в подвалах при свете керосиновой лампы, занимались общественной деятельностью и, самое главное, лечили. И не только во время Великой Отечественной войны, но все эти годы мы сохраняем, чтим и умножаем славные традиции нашего медицинского университета. Ну, можно сказать так, что примерно около 80 лет существует студенческое научное общество, и оно развивается, и на всех кафедрах, где вы будете заниматься, есть студенческое научное общество. Около 30 лет существуют студенческие медицинские отряды. Они выросли из трудовых отрядов в 80-е годы, и сейчас их у нас 5 студенческих медицинских отрядов. Более 60 лет нашему КАПУСНИКу. Наш ВУЗ уникален еще в том, что мы очень много внимания уделяем формированию здорового образа жизни. И это не пустые слова, потому что дважды мы уже в 2017 и 2020 году среди всех медицинских вузов страны получали первое место за конкурс «ВУЗ здорового образа жизни». Все свои возможности творческие, все свои способности и таланты вы также можете реализовать в своей общественной работе, во внеучебной деятельности. Добрый путь, ребят. Вы победители. Вы лучшие из очень многих, а может быть, просто самые лучшие. И если вот сравнивать обучение в университете, то вот первые годы — это, безусловно, взятие рубежей. Вот сегодня вы взяли, ну, не сегодня, а летом, вы взяли огромный, важный рубеж, очень значимый рубеж, но поверьте, дальше этих рубежей будет тоже много. И вот как бы каждая сессия — это рубеж, который надо преодолеть. И вы будете самыми большими победителями, если все эти рубежи вы будете брать вовремя и без отставания. Поэтому поздравляю вас. Практически все первокурсники выбирают специальность. Вы, наверное, может быть, вы это уже поняли из предшествующих выступлений. Вы сегодня, ну, вернее, когда поступили, выбрали образ жизни. Потому что врач — это не специальность. Это не только хорошо освоенные мануальные навыки, это не только способность хорошо мыслить и хорошо запоминать какую-то информацию. По сути, это служение. Наверное, только три направления в жизни можно охарактеризовать именно так. Это военные, это священники и это врачи, которые каждый день своей жизни служат другим людям. Поэтому основное, чему вы должны научиться, помимо хороших знаний в нашем университете, это самое сложное, наверное, что может быть, это научиться любить других людей до такой степени, чтобы отдавать за них свою собственную жизнь и думать в первую очередь о них. Я очень желаю, чтобы вы не разочаровались в сегодняшнем выборе, и вы действительно определили свою собственную судьбу. Я желаю вам быть счастливыми в своем выборе. С праздником! Образование, полученное в первом медицинском, оно дает высокие стартовые позиции вашей дальнейшей трудовой деятельности, потому что вашими наставниками станут выдающиеся профессора, педагоги, преподаватели, многие из которых — это люди с мировой известностью, сделавшие большой вклад в науку. Но вы должны понимать, что учеба в университете — это только первый шаг в вашем профессиональном становлении. Вам придется учиться всю жизнь, и мы постараемся привить эту способность к постоянному стремлению к самосовершенствованию, к возможности самостоятельно получать знания. Мы поможем вам, деканы, преподаватели, пройти свой путь к этой профессии, стать настоящим врачом. Добрый путь, и пусть удача будет с вами. Мы представлены, по сути, во всем мире, и требования к обучению иностранцев у нас такие же, как к обучению российских студентов. И качество мы знаний требуем точно такое же. Это хорошая новость. Плохая новость, что эти требования требуют, чтобы вы учились. И поэтому готовьтесь к тому, что вам не будет легко учиться в нашем университете без скидки, что вы иностранцы.
Но, тем не менее, сегодня праздник, больше пугать вас не буду. Желаю вам, чтобы у вас все получилось, чтобы вы успешно прошли первый курс и последующие, чтобы вам учиться было комфортно, ну, а мы постараемся вам в этом помочь. Я хочу обратить ваше внимание на то, что сегодня в зале присутствуют люди, первокурсники, которые выбрали, можно сказать, нетрадиционный путь в медицину, решили познать медицину с самых азов. Это те, кто поступил в институт естественного образования, поступил в колледж и стали студентами колледжа. И вот в этой группе студентов колледжа выделяется еще одна подгруппа. Это практически дети, те, которым недавно исполнилось 16 лет, которые поступили к нам в университет после 9 класса. Они только 2 года назад получили паспорта граждан России. И наш вот опыт показывает, что эти ребята, в принципе, многие из них, проникнувшись духом университета и утвердившись в своем выборе, в последующем становятся врачами. По результатам выпуска этого года 12 человек медицинского колледжа нашего университета поступили на лечебные факультеты, педиатрические факультеты петербургских вузов. Я уверен, что они станут замечательными врачами, потому что они своими руками почувствовали, что такое больной человек, что такое медицина. Уважаемые друзья, я думаю, что вам предстоит очень интересный период в жизни. Я хочу вам пожелать еще, много было сегодня пожеланий, хочу еще одно пожелание высказать. Вы должны определиться со своей медицинской специальностью. Может быть, у кого-то это будет после 3-го курса, 4-го, может быть, в конце вуза. Потому что в нашей стране нет специальности врач. Есть специальность хирург, терапевт, инфекционист, офтальмолог и так далее. И каждый должен выбрать себе направление деятельности по душе с тем, чтобы в последующем, спустя многие годы, вы могли сказать, я осознанно пришел в этот прекрасный вуз «Первый мир», и я сделал то, что хотел сделать в этой жизни. Спасибо за внимание. Для принятия клятвы студента прошу всех встать. Клятвы студента, которые считаются деканом посвященного факультета Дмитрий Михайлович Богданов. Также слова клятвы будут появляться на экране. Прошу повторять за ним. Мы, решившие посвятить свою жизнь благородному делу, получая звание российского студента, перед лицом всех учителей и товарищей, клянемся. Не жалеть сил в изучении медицины. Помни, что приобретенные знания будут нужны людям. Клянемся. Быть достойными памяти студентов-медиков, отдавших свою жизнь за счастье народа. Клянемся. Где бы ни были мы, высоко держать марку 1-го Санкт-Петербургского государственного университета имени академика Ивана Петровича Павлова и быть верными его академическим традициям. Клянемся! Клянемся! Славка университет, высоко величава, славка университет, высоко величава, слава нам, профессора, стойким рыцарям хера, всем студентам слава, всем студентам слава. Ну а сейчас, чтобы стать полноценными студентами, нам нужно получить студенческий билет.